Всем доброе утро. У нас сейчас завтрак. Кузеньке я дала листок салата, он его съел. Как обычно, стандартное правило. Сначала невкусное, а потом вот я ему даю вот такой вот омлет. Это омлет, сваренный на молоке. Ой, то есть жареный на молоке. Но он, можно так сказать, парился в молоке, потому что я делала его на маленьком огне, и там было очень много молока. Поэтому я думаю, такое в маленьких количествах ему можно. Вот, и вот такой куриный рулет, запеченный в духовке. Тоже все специи, то, что были сверху, я убрала, потому что ему их нельзя. Вот. Ночью я ему оставляла тут укропчик, листок салата, он его съел. Семечку только одну оставил. Это, кстати, странно, обычно все их съедал. Я слышала, как он их лускал ночью. Что, Кузя, еще хочешь? На, малыш. На, малыш. Вот он, берет, смотрите. Его просто обожают. Больше всего любит курицу, омлет и семечки. Ну, курица, конечно, и омлет – это святое просто. А семечки – это такое, как сушка. Корм он, я так поняла, вообще не ел. По крайней мере, я не вижу, чтобы он прям сильно уменьшался. Хотя, может быть, чуть-чуточку. Все-таки он, наверное, голодный был и кушать хотел. Вот. Надо, наверное, мне его перекусом перед сном не кормить. Ну, блин, как ему не кормить? Я ж с ним гуляю. Я вчера вообще... До 2 часов ночи, получается, с ним гуляла на кровати. Так вот, он никуда не убегал, у меня под одеялами там лазил. Я заснула. Да, я заснула вместе с ним, в общем. Но, к счастью, я не двигалась, я как проснулась. Как я заснула в этом положении, так я и проснулась. И его уже не было, я проверила везде. Но почему-то мне показалось, что он опять забежал за вот тот комод. Ну и, конечно же, он там и был. Я поставила ему ручку, он выбежал. В общем, единственное, что у меня в комнате были эти семечки, я его выманила семечками, взяла, положила обратно и опять заснула. В общем, потом я слышала, как он тут ходил, пил водичку, лускал семечки. В общем, хороший, конечно, крыс. Но главное, что я его не задавила, потому что он так испугалась, что уснула. Вообще. И котик со мной тоже спал, но потом я его выперла, вот, чтобы он с Кузей ничего не сделал, все-таки Кузя же на мне гулял. Ой, умывается. Кузя, да? Что такое? Кузенька, может тебе еще дать? У меня еще фото осталось. Думаю, еще немного мясного рулета дать. Кузя, как же мясной белок? Кузя, на, бери. Бери, 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 бери. Вот еще смотри. Нет, наелся уже. Уже не влезает в него. Значит, я ему... Вот, отдельный ящик положу. У меня есть специальная коробочка в холодильнике для Кузеньки. То, что не доедает, я ему оставляю. Вот, вот омлет он просто обожает прям. Ну, по нему видно. Я, кстати, налила 100 мл воды. Ну, ночью почти 20 мл выпил. Это очень хорошо, что он пьет воду, потому что достаточно полезно. В общем, сегодня я планирую с ним хорошенько погулять. Вот, и также я планирую вот тут комод поубирать. Ну... Убирать то, что он там понаносил, и, скорее всего, придется его перекрыть, потому что, ну, вы сами понимаете, каждый день убирать там. А если я не буду там убирать, там будет все портиться, он будет есть плохую еду. В общем, это достаточно плохо. Поэтому я вам сниму потом, покажу, что он там наскладировал. Мне почему-то кажется, все-таки он складировал, а не ел это. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Также заходите в описание. Может, вы найдете там что-нибудь интересненькое. А мы с вами ненадолго прощаемся. Всем пока-пока!